Вот так вот надо их косить. Приветствую, друзья, мы возвращаемся в Fallout New Vegas. Это четвертое заключительное сюжетное дополнение, которое называется Lonesome Road или Одинокая дорога. Может быть, Одинокий путь, что, в общем, на самом деле не суть важно. И движемся уже практически все, судя по всему, ну потому что осталось совсем чутка. Хотя, конечно, все еще могут быть сюрпризы. Я не удивлюсь, если они еще будут, собственно говоря. Так, движемся очень постепенно и неспешно. Я хочу открыть, напомню, все локации. Это для меня очень важно. Я не буду спать, если не открою все локации. Так. Я вижу боеголовку. О! Вы поглядите. Красавец. Стоп. Ты меня заметил? Вот теперь ты меня, наверное, заметил. Ах ты ж подлюка такая, а? Ну-ка давай. Оп, жбан. Угу, вот там вода. Вот там наверняка вода, честный завод. Сейчас мы в него и пойдем. Осторожно. Да я ж всегда. Здесь, потому что одна из этих локаций, будь они трижды неладны, возьму пулеметец. Что-то я тут чуть не застрял. Осторожно. У меня, конечно, восприятие высокое, но это не то же самое, что путешествовать с Эдвардом. Ох, не то же самое. Боевой нож, бутылочная крышка, грязная вода, крупнокалиберная снайперка, вот это неплохо. Рапорт рейнджера, антирадинчик. Неплохо, удачненько достаточно зашел, кстати. О, индустриальный кастет, отлично. Я починю с его помощью свой индустриальный кастет. Так, спортивная сумка. Рапорт рейнджера, стимулятор. Отлично. Стоп, но позвольте. А как же мне туда-сюда попасть на водоочистный завод? А хочется ж попасть-то. Так. Может еще выше? Потому что я, черт побери, хочу туда попасть. Ну вот, предположим, так. О, терминал. Чё рванули? Нифига себе. Ты чё, наглел, что ли, парень? Ладно бы ты хоть силен был, а? Клинок. Не, да вы тоже это видите, да? Он меня просто лупцует. Инверсионные ударчики давай. Раз. Еще раз. Давай, так, а теперь обычным. Вот это наглость, а? Не, ну серьезно, вы посмотрите на него. Звериный шлем, клинок Запада. Я даже принципиально не буду брать, ну это жесть какая-то. Взял такой, подкрался. Блин, как же мне попасть на этот водоочистный завод? Ну, я думаю, что попаду еще. Ладно, терминал. Шум. Богом клянусь. Трубы шумят. Землетрясение. Теперь землетрясение. Тут какой-то просто... Ипохондрик. Терминал какого-то ипохондрика. Окей, боеприпасики. Мне нужны вы все. А может... Водоочистный завод... Просто с той стороны надо обойти. Давайте-ка проверим. Мне кажется, велика вероятность такого исхода. Но сюда я все равно не зря сходил. Абсолютно уверен в этом. Все, короче, расправим плечи. Нефига бояться.
Ой-ой, я думал, вода не радиоактивная. Ошибался. Что тут у нас? Станция утилизации отходов. А я тут уже утилизировал одного, он сверху был. А, кстати, как он туда залез? Да какого черта? Еще кто-нибудь? Где? 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 Какого черта вы невидимки-то, а? К такому я вообще не готов был. Все? Все успокоились? О! Боеголовка. А, я там, наверное, мог убить мужичонку. Угу. Окей. Так, мне как-то туда, видимо, надо идти. Или сюда. Подождите. Как-то непонятно. А, ну все, мне... Куда-то вот сюда. А может и не сюда. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Да ладно, не потеряюсь. Так. Пойдем сюда. Вижу боеголовку. Ха-ха-ха, да. Ты уже не первый, кто так погибает, кстати. Тебе нечем гордиться. О, еще боеголовка. Нагреем-ка ее. Отлично. Тут их концентрация прям такая серьезная концентрация для головочек. Так. Утилизация отходов. А теперь сюда. Пытаемся отсюда попасть к водоочистительному заводу. Думаю, что должно получиться. Ну да. Ай, фу, чуть не упал. Вот это было бы глупо. В моем стиле. Так. Водоочистительный завод. И здесь можно залезть, да, в него? Канализационный люк водоочистительного завода. Совершенно замечательно, совершенно замечательно. Осмотрелись. Ну что ж, надо заходить. Что бы тут ни было внутри. А мне кажется, что тут будут туннельщики. Вот прям чувствую, что будут. О, ну не... Вот ты, смотрите, копошатся как, а? А кто это с ними? Хорошо, подрубил. Мне показалось, или был еще красный маркер? Так, теперь вот ты. Ну нет, у тебя тоже ничего интересного. А, ну тут в принципе ничего такого прям значительного, просто терминал информационный. Ну и на том спасибо. Так. Ну да, больше ничего. Ну, терминал я сейчас не смотрю. Сначала просто шкафчики. Деньги, свинцовые. О, стимулятор. Отлично. Ничего. Замечательно. Это вообще пустой. О, хорошо. Спасибо. Ну и все, остается только терминал. Зайду в терминал сзади. Заявка на финансирование. Командующему Девлину. От Алана Ротшильда, специалиста. И ответ на заявку. Слушай, ты жалкий коммунячий прихвостень. Генерал был недоволен этой заявкой, очевидно. Окей. Больше тут ничего-то и нет. Ну и все.
под лестницей ничего не спрятали. Ничего не спрятали. Значит, выходим. Маленькая такая локация. Безобидненько. Никто не преследует? То я готов, если что. А как я ее сразу не заметил? Сейчас мы ее подорвем. Так, так поодаль так вот встану. Я же говорю, радиация верный знак, черт убери. Сейчас нужно еще с высоты птичьего полета осмотреть. Вроде ничего не видно. Больше боеголовок. Мне бы, конечно, очень хотелось все их взорвать. Было бы крайне приятно. Давай залезай. Хотя тут, наверное, можно через окно, да, выйти. Да. И надеюсь, что я верное решение принял. Блин. Похоже, что не очень. Ух. И что, и как теперь, куда дальше? Зашибись. Похоже, у меня теперь только квик телепортации. А хотя нет. Давай. Все, квик телепортация. Инфо мне, пожалуйста, на станцию утилизации. Какого черта? Почему вниз? Ладно. Дубль 2. Песня та же, исполняю я же. Оббегаем, обплываем. Пушка какая-то. Миниган. Миниган. Если бы я пользовался огнестрелом, то я бы сейчас испытал неописуемое удовольствие. Но я не пользуюсь. Как известно. Возможно, то, что я сейчас делаю, я делаю зря. Но мне хочется это сделать. Или делаю неправильно, потому что вариант. Но я хочу сделать именно так. Я пропустил. Стимулятор. Люблю стимуляторы. Наверное, все же достал на пушку. Когда она у меня в руках, то меня это успокаивает. Не, правда, как туда пройти? Вот так. Господи ты, боже мой. Что ж ты такой неуклюжий-то? А хотя... Позвольте. Вот так. А теперь вот так. И я, в принципе, там, куда и шел. Только теперь у меня стоит вопрос, а зачем я сюда шел? И не был ли я здесь уже, потому что местечко-то какое-то знакомое. Странными вещами я занимаюсь. Очень странно. Ну ладно, пойдем наверх. Там поспим, если что, потому что что-то как-то уже смеркается. А здесь по темноте ходить не хочу. Не, вот тут я... Подождите. Кажется, я тут не был. А почему тогда тут пустые ящики? О, да. Эки, я хитромант, а. Придумал себе черти чё. Либо я сейчас просто что-то напутал. Ну ладно. Так или иначе, пора немножечко отдохнуть. Так, помощь. Спальный мешок. Мне, пожалуйста, еще 10 часов отдыха. В 6 часов встаем. Как раз уже рассветет. И в путь. По одинокой дороге. Ну, кстати, еще не окончательно расцвело, но ну, уже так, нормально. Так, ну все, здесь я был. Все же я не понимаю. Как-то тут вот такой проход организован аккуратненький. Как туда попасть? Ладно, все. Не беру в голову. Просто иду дальше. Наверняка же где-то здесь. Нет, подождите.
Ладно, рано или поздно я все равно приду туда, куда надо, так что... Это просто дело времени. Птичка. Стоп. Надо, какая подлость проявлена, а? Сидели в своих стелс-боях, ждали. Подлюки такие. Пока честный человек придет, ждали. Это ж надо, а? Нет, ну серьезно. Иду с гатлингом, никого не трогаю. И тут на тебе, как налетают двое. Такой подлости даже от них не ожидал. Так, все здесь прошел. И все же что-то мне подсказывает, что мне как-то сюда надо пробраться и пройти вот по этому вот мосту. Да, очевидно. Я даже ствол спрячу. Вообще нужно иногда прятать свой ствол. Так. Ну вот так, окей. Вот как бы отсюда я... Двигаюсь. Такой. Такой двигаюсь. И придвигиваюсь сюда. Да? Ну, все верно. Только я сейчас вот это направление тоже проверю. Подождите, я сейчас снова туда приду, что ли? Не, ладно, все. Мне нужно туда, поэтому я пойду туда. С гатлингом наперевес. С гатлингом на перевес, я сказал. И где-то тут меня ждет, видимо, проход куда-то. Но сначала пара враждебных целей. Индустриальный кастет, индустриальный кастет. Гранату оставил. Танцуй! А ты? Вот ты где, невидимочка. Вот сейчас чисто на импульсе было. Они меня достали. Так. Пару стимпакетов. А, посмотрим, что у меня с броней. Броня Тесла. Давайте-ка починимся. Отличненько. Кстати, а раз я починился, тут среди каких-нибудь ошметков средней брони не найдется. Так, это легкая. Суперкувалда. Нет, вот у этого вот у мордастенького, который невидимым стал. Где-то тут должны быть его куски. Вот где его куски теперь искать, а? Серьезно, может вот это? О, да. Так. Во, средняя, отлично. Как раз то, что нужно. Истощенный электронный гатлинг. Лазер у меня уже есть запасной. Точнее, ремонтный. И, наконец, храм Улиса. Дверь, служебные помещения. Вот так вот надо, да. Вот так вот надо поступать. Проходим. Подозрительно спокойно здесь. Крейдерные батарейки, прям патронов. Тулис не очень умен. Зачем давать мне патроны? Что-то мне подсказывает, что где-то здесь робот ходит. Где ты, робот? Ты откроешь дверь? Вряд ли. Тогда мы пообщаемся с терминальчиком. Ну, ну давайте, так. Заглушенки, заглушенки, заглушенки. Где же вы? Оп, отличненько. Еще ищем. Так, оп, где тут была? Отлично. Еще. Прелестно. Вот это, отказ в доступе. Все. Взлом прошел успешно. Открываем дверцу.
И заходим. Ты только и умеешь что разговаривать-то, а? Так, свинцовая труба, стимулятор возьмем. Очень простой. Силой выломать. 100% шанс. Довоенные деньги, заколка, лазер РКВ даже. Ух ты, давненько не встречал. Ну и все. Больше ничего интересного для меня. Ящик с минами. Тут что? Еще ящик с минами. Импульсные мины. В этом хламе даже разбираться неохота. О, ящик с гренками теперь. И еще один. Черт, у меня перегруз сейчас случится уже. Со всем этим делом. Давайте, влетаем, короче. И ух ты, влетел как. Инверсионный удар. Блин, у меня целую очередь, что ли, выпустил? О, ему одного удара хватило. Это я так, ну, немножко, надо было пор выпустить. Вроде тут спокойно. Интересно, это он показывает еще активное? Светом выделено. Нужен ключ, у меня, естественно, ключа нет. А я не могу взломать терминал, потому что со мной нет Эдварда, черт побери. Зачем вы мне об этом напоминаете? Терминал службы техобслуживания. Там, кстати, робот. Отчет по ТО Робоглазов. Включен, занят. Наверное, это он и есть. Мой дорогой Эдвард, доступ в сервисный центр. Желаете пройти? Конечно. Назад. Вход в главный коридор. Такой залетел, короче, роботу-охраннику инверсионные удары. Бащ. Готово. А чё, я тут не один? А, турелька. Турелька, это не серьезно. И при этом я умудряюсь себе ногу сломать. Вот красавец, а. Вообще, талантище. Так. Неожиданно, турелька. Так. Турельки от себя, как известно, ничего не оставляют. Абсолютно, абсолютно безотходные. Терминал ремонтного блока. Почитаем. Открыть ремонтный модуль. Открыть ремонт. Занят. О, давайте свободный. Да, занятый. Модуль 2 открыт. Он вернется ко мне. Освободите Эдварда. Благодарно попискивает. Должно быть, в радиопередаче был закодирован перехват управления. Вот что притащило тебя сюда. Ты в порядке? Что произошло? Перехват управления с помощью особой частоты, так что Улис просто вызвал тебя сюда? Но зачем он это сделал? Обеспокоенно. Что бы ни задумал он, этот подлец, короче, пойдем. Пойдем, родименький мой роботик. Мне тебя не хватало. Давай, ломай. Давай. Сейчас я туда что-нибудь. Ну давай, что ты. Сейчас пронаблюдаем. Стыковку. Интерфейсов. Меню ремонта. Всего за 29 тысяч я могу все отремонтировать. Ну тебя в баню. Так, оставить терминал в покое. Меню магазина. Батареечки, батареечки. Автостимуляторы. Так, микроядерка. Нет, микроядерка. Микроядерок. Стимуляторы зато есть. Суперстимуляторы есть. Для наплечников. Так, шарики. Электронные заряды. Ну и на том спасибо. Посмотрим, что я могу тебе предложить взамен.
Во, гранаты прежде всего, конечно, да. И мины, точно. Индустриальный кастет, это я починю. Лаэр, это мне тоже для починки лежит. О, светошумовые, тоже бери. Сигнальный пистолет забирай. Тут что? Пум-пум-пум. Нет, это все пусть лежит. А зачем респиратор? Не, серьезно. Вроде не было пока мест, где он мог бы пригодиться. Неважно. Так, чиним сами. Автостимулятор, бафа. Я грязная вода. ИРПшку, кашеглазы. Очищенную воду, психо. Спок. И турбу. Принять? Да, все, получается так. Немножечко починки теперь. Так, оружие, инверсионный протонный топор у меня пока в хорошем состоянии. Вот, индустриальный кастет. Надо отремонтировать. И в костюмах респираторы. Вот, ну, в принципе, этого хватит. Просто, по большому счету, чтобы все это дело меньше места занимало. Поэтому теперь идем, Эдвард. Нас ждут великие дела. Ты идешь? Молодец. Лифт в храм. Фу. Как только вы подниметесь наверх на этом лифте, то не сможете вернуться, пока все не упадете. Пока все не уладите, господи. Если до того вы желаете закончить какие-то дела, займитесь ими сейчас. Отойдите от лифта. Посмотрим. Есть ли у меня какие-нибудь дела незаконченные? Проход курьерской мили. Рили, проход курьерской мили, вот так вот просто. Блин, мне надо уходить курьерской мили, я не могу так просто, я должен курьерскую милю посетить. Ну вы же понимаете, дичайше тупил. Вообще, стыдно. К счастью, тут где-то недалеко, да, все это дело. Во, все, сейчас выйдем. Как и раньше, извините. Удивлен. Ох, удивлен. Ну и я думаю, что от бункера проще всего будет добраться. И тут тишина. Не, правда, как так можно было не заметить? А может она потом появилась? Ну, в принципе же, возможно. Во, проход курьерской мили, другое дело. Так, курьерская миля. Отправиться на курьерскую милю. Странное место. Радиоактивное место. Вы нашли курьерская миля. 4 радиации в секунду, да вы офигели. Это что-то прям дофига. И что я тут делаю, зачем? Зачем оно мне надо? Так, 10 радов в секунду, да вы что? Если я тут не найду что-нибудь, прям что-нибудь этакое, короче, то это будет просто фиаско. Опять эти парни. Облученные. Господи, боже мой. Ты помри тут. Ё-моё. Я знаю, что тут нужно. Да, детка. Облученный коготь смерти, детка. Быстрее меняй обойму. Как они вообще живы? Эти облученные. В голову бей. Пару стимуляторов, пожалуй. Угу. Следующий. Какого черта? Ты как столько выдержал? Нет, серьезно, парень.
Ты кто такой вообще? Лаэр. Где он? Где они? Взорвался. Что с тебя останется? Бронебойный, броня мечного патрульного среднего, патроны. Ничего серьезного ведь не осталось. Ну-ка давай. Короче, вот так вот. В голову тебе обойму. Во. Ну это жесть. Так. Пора скушать еще антирогинчика. То не равен час помру от облучения. Эдвард. Ну, Эдвард оклемается. Нафиг я сюда приперся? Зачем мне эта чертова курьерская миля? Школа выживания, терапевт сегодня. Антирогинчик. Да, антирогинчик, это хорошо. Антирогинчик я люблю. Ящики с боеприпасами. О, да. Хорошо. А здесь? Все берем. Да. Где? Где враг тут? Че ты заиграл? Че пугаешь лишний раз? Облученный коготь смерти. Теперь перезарядочка. Готов. О, боеголовка. Что у меня такое чувство, что тут ими все напичкано? Где? Вон, вижу. Нет, не вижу. Точнее, не всех. Где? Откуда гренка прилетела? Нет, правда, но откуда? Вон он. Есть контакт. Есть контакт. Теперь коготков. Блин, ну что ты будешь делать, а? Облученный коготь. Боже ты мой. Вот так вот надо их косить. Есть. Следующий. Еще есть желающие, а? Однако жесткое место, серьезно. Ну. Тут на них радыкса не напасешься. И боеголовки у них тут торчат. Как грибы. Так. Тем временем. Все же я не понимаю. Ну окей, не совсем понимаю, что я тут делаю. Точнее, зачем я это делаю. Все. Хорошо. А дальше что? Все еще на меня действует эффект Радыкса, и слава богу. Ох, опасное местечко, а? Так. Неужели здесь не найдется больше ничего интересного? Ну, какой-то угол с ящиками. Не, ну тут, конечно, дофига разного рода патронов, но я-то все же ожидал, что будут какие-то интересности, вкусности в виде разного рода энергооружий. Ну я, естественно, энергооружие ждал. Так, терминал нерабочий. Это пофигу. А ничего-то тут такого-то и нету. Надо уходить, видимо, отсюда. С курьерской мили. Так, только вот тут еще чуть-чуть патрончиков. Все, взяли. А где выход отсюда? Так, ну ладно, пойдем по маркеру. Маркер не обманет. Здесь сейчас будет повышение, по-моему, уровня радиации. Хотя, может, и не будет.
Ну чё, ну я сходил на курьерскую милю. Окей. Интересно, я отсюда могу телепортироваться? Стол сбой. Фу. Опасное это было место. Ох, опасное. Антирадинчику. Ну что ж, друзья мои, возвращаемся. Возвращаемся к той точке пути. Именно вот сюда, в храм Улиса. Ну что ж, я думаю, что на этом я уже серию буду постепенно завершать. Здесь сейчас добегу до того самого места, на котором остановился, и продолжим исследование всего этого места уже в следующей серии. Что-то мне подсказывает, что... Так, эта карта никак не поменялась. Что-то мне подсказывает, что уже близка развязка. Ну, как-то вот у меня такое ощущение, что развязка близка. Поэтому, друзья, увидимся в следующей серии, которая рискует стать последней, посвященной дополнению «Одинокая дорога». Напоминаю его название. Огромное вам спасибо за внимание и до свидания.